Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем в такой новый режим, ну, в смысле, он не новый, но для нас новый, и как он называется, супер... Не знаю. Супер... Вот, Супер Смеш Мобс написано. Да-да-да. Ну, суть в том, что, как бы, ты выбираешь класс, ну, в смысле, не класс, а моба, которым ты хочешь быть. Тебе даются 4 жизни, и ты убиваешь игроков. Ну, я выбрал скелета. Вот, подожди, тут реально, что ли, вот так вот, вот? Офигеть! Ну, ух ты. Тут уже... Тут никак на этом. Я уже упал. А меня Блейзы бьют. Офигеть. А что такое меч? Вот это какой-то меч. Ну, тут у каждого как бы оружия есть свои дополнения. Как их активировать? Ну, например, вот у меня топор, я нажимаю на правую кнопку мышки, и у меня взрываются... О, господи, что это было? Он меня просто убил. Ну... Это... Как бы не бей. Как бы у тебя какие есть там эти все? Топорик и меч. Ну, можешь. Первый стреляет вот так вот. Ну. А второй, не знаю. Второй кидает паутинку. Попробуем. Ну, режим реально прикольный, так как тут. Ой, давай. Извини. Спасибо большое. Че, я тебе скинул? Да, ты не убил. Ой, ну извини. Блейз, сразу. А, Блейз это вообще читерский такой, он просто очень-очень сильный. Он меня с 2-3 ударов убивает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, сори. О! Молодец. Как я чувака скинул. В смысле, не скинул, а убил. Блейз тут реально очень такой сильный. Я тогда его куплю, посмотрю. Я тоже его куплю. Ну смотри, что он делает. 2-3 удара, и он меня просто-напросто убивает. И подкидывает куда-то. Ладно, ну режим реально прикольный. Я даже так начали играть, что я не сказал на каком сервере. Сервер highmindplex.com. И мы играем с флешем. Я вообще даже не... Фрешем. Ну, так я и сказал фрешем. Флешем. Ну, фреш, пусть будет. А, да я с этим чуваком один на один остался. Знаешь что? Ну. Я забыл. Логично. Прикол сегодня. На английском, я говорю, там, ну, как её, училка зовут Наталья Сергеевна. Ну, мне как-то говорю, пофиг, знаешь, как её зовут. Короче, я просто, сейчас, чтобы так это, как я сказал именно. Наталья Сергеевна, как переводится? Она такая не отвечает, это, я такой, Наталья Сергеевна, такая, что? Я такой, а как переводится слово? Я такой, блин, забыл. Потому что я... А, я второе место занял. Ладно, тогда, дорогие друзья, сейчас мы, в принципе, можем нажать на паузу, или я не знаю, сейчас... Не надо, зачем? Мы сразу на этом будем, видишь? Ну это чудак сейчас опять Блейза возьмет. Я Блейза возьму. Все, я подожди, как купить? Ок. О, я Блейз. А как купить его? Нажимаешь на ок. А тут у меня алмаз. Слева. Да. Я тоже Блейз. Круто. 3 Блейза, ты издеваешься? Еще 4-й сейчас добавится. А нет, он уже добавился. И кто он? Да. Он тоже Блейз. Вы что, издеваетесь, ребята? Я не вижу его. Да, 4 Блейза. Офигеть. Я думаю, мы сейчас, короче, этот раунд проведем и потом зайдем на другой сервер. Зачем? Да ты гонишь, да тут все игры Блейз будут. Окей. Просто мы полчаса заходить. Меня LZG сейчас добавил в этот, в группу. А-ля-ла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 . Так, а что он делает так на меч, что? О, он стреляет фаерболом. Стреляет. Офигеть, как он сильно бьет. Топориком, наверное. Да, топориком. Ой-ой-ой, ты чё меня так стукнул? Это не я. Ой-ой-ой. Вообще не знаю, кто... Я вообще что-то не выкупаю. Где я? Что я? Ой. Ай-я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 й-
даже сложно как-то немножко играть. Да я вообще никогда не играл в этот режим. Да я в принципе вот, тоже. Мне кажется, только вопрос, ну, не качественно сделан, но прикольный. Мне, если но, тоже... это, но это качественный. Мне, если честно, тоже. Ай-яй. За меня зачем?
Да я фиг его знает, я не разбираюсь, куда тут идти, кого тут бить. Сзади, 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 чуваки. Ай-яй-яй. Да тут такое мясо, что... Куда тут идти, куда тут идти, куда тут идти? Это я, ё-моё. Да как меня так убивают? Как вообще-то этим Блейзом-то играть? Я вообще не догоняю, если честно. Чё, тебя убили? Нет, меня после... Окей, убили. Вот эти все скиллы Блейза, это сдурить можно. Как юзать вообще этот фейерверк? На топорик нажимаешь. Ну, а один раз. Меч, он будет стрелять вот этим. В смысле, нажимаешь на топор, а потом? А потом ждешь, пока он зарядится, а потом просто летишь. Ага. Ну и хочешь, бей, чувак, а хочешь, не бей. Ты упал, да? Да. Блин. Вон. Да хрен его дубасить. Да, не, ну это жопа уже, короче. А, чуть славу не скинули. Просто скинули. Ты умер, да? Да, меня на третьем месте хотя бы. Давай. Давай, Эдисон. Давай. Мечом, мечом, да-да-да. Давай-давай-давай, бей его. Нет. Нет. Да он такой, такая крыса. Давай. Чё-то я вообще не догоняю, как ним играть. Давай. О, убил. Молодец. Еще одна жизнь у него осталась и у меня, но у меня меньше хп, чем у него. Давай. В принципе, я так думаю, что он уже тут нас задротил. Ну смотри, как он мне плюхнул. Все. Ну, в принципе, опять второе место. Я сейчас думаю, нажмем на паузу и перейдем на другой сервер, так как тут, видите, одни Блейзы конченые играют. Это не совсем интересно. И все, нажимаем на паузу. Итак, мы продолжаем. Это третий раунд. Мы перезашли на другой сервер. Я Блейз, Фреш Блейз. И... Тут один голем. Два голема. Два голема. Два Блейза против двух големов. Подожди, смотри, что написано. А, нет, это написано вообще про правила игры. Да, два голема. Бей его, бей его! Суперудар! Пять! Ты меня скинул, зараза! Это ты сам упал, ты не видишь, смотри. Написано в чате, Эдисон умер благодаря своему суперудару. Ну ты же, я летел в этого, в голема, а ты подрезал меня своим суперударом. Нет. Написано в чате. Стреляй, стреляй, слез, слез. Yes. Да вы издеваетесь, опять меня скинули. Я его убил. Эти големы сдуреть можно. Один удар я... Там же одного... Ай-яй-яй. Yes, скинул одного. Yes. Yes, я уже двоих убил. Но я сейчас сам умру, у меня одно сердечко, это один удар. Ой. Ту-ту-ту-ту-ту. Я сдох. Ты меня убил. Спасибо, у меня из-за тебя одна жизнь осталась. Ну ты в тот раз тоже меня убил, помнишь? Ну у тебя-то три жизни, а у меня одна. В тот раз то же самое было, когда у тебя было три жизни, а у меня одна. Не помнишь? Когда? Когда ты скелетом был. И чё? Я его скинул. Вот, вот он, вот он, вот он. Да я вижу, где он. Поджог, yes. А, все, мне жопа, короче. А я его убил. Че, я думаю, можно четвертый раунд записать. Так как... Да подожди, блин, я записывал, видите, как ты. Смотри, я сейчас просто... Ты его убил. Ой. А, да все, ты выиграл, можно сказать. У тебя давай. Три жизни, и у него одна жизнь. У него, наверное, мало осталось жизни. Давай, давай, убей. Ну. Убью. Отлично, отлично, отлично. Офигеть. Да я, в принципе, думаю, сейчас на паузу нажимать не будем, так как три раунда это получилось 10 минут. Сейчас можно еще один-два раунда сыграть, как думаешь? Да.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это третий раунд. Опять три Блейза и один паук. О, на этой карте мы еще не играли. Угу. Так, ну пока друг друга не бьем. Если выживем, то... Так, пауки. У меня что-то пробел... Да, говори, говори. У меня что-то пробел заедает. Да нереальность. А... Пауки, 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 ты четыре... Yes. Да-да-да, я видел, написал, что ты сделал первую кровь. Паук тоже спрыгнул. Ой, это ты? О, ты издеваешься, да? Я не издеваюсь случайно. Ну как случайно, там же ник пишет. Ты как бы был в грибе, и твой ник был в грибе. Бей-бей-бей-бей-бей. О, я его убил. Отлично. А чё, тут четвертый умер уже? Угу. А, бред. Давай, короче, для матча. А, все, ну давай. Сколько у тебя жизни, мне жопа. Круто. Если сейчас опять пробел будет заедать. Я упал. Я не знаю, это или лаги у меня такие на сервере, или действительно у меня пробел заедает. А, иди сюда. Ну, в принципе, ты выиграешь, так как у тебя на две жизни больше уже, чем у меня. Ну и что? Где ты, где ты? А, я тебя убил. Ой-ой-ой. Фу, опять чуть не упал. Чё за бред? Ты мне супер атаку остановил. Я знаю, можно. Все, у меня одна жизнь. Жопа. Сейчас опять пробел заезд, да? Ты умер, нет? Нет. Да хрэ! Да все, мне жопа, у меня два сердечка. Не, а у меня пол хп. Ну, а у меня два сердечка. Пол хп у меня. Ну все, сейчас у тебя две жизни, у меня одна и одно сердечко. Пол сердечка. Еее! Ну все, 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 все. Давай, пауза, пауза, быстро. Какая нафиг пауза? Ща. Итак, дорогие... Не, не нажимается. Не нажимается. Ладно. Твой раз. Один, два, три. Итак, дорогие друзья, все, мы сыграли сколько там, три раунда или четыре раунда, не помню. И, в принципе, все. Если вам понравился этот режим, то ставьте лайки, и мы будем продолжать играть в этот режим. Ставьте еще... Чё? Ну да, да. Да, ну такой прикольный, иногда можно зайти поиграть. И, в принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Еще раз больше лайков, чтобы мы снимали этот режим, если вам оно понравился. И, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.